Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, King on Fire, Енотка, пацаны, поздоровайтесь. И девчонки. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную игру, самую мою любимую на планете, это Гаррис Мод, режим FNAF. Так, давай я сначала покажу вообще, как это все происходит, потому что все написали, мы играем, а как изнутри это все происходит. Смотрите, здесь есть Фредди, Чика, Бонни и фиолетовый челик. Он нажимает на кнопку, и в этом месте он появляется, я так понимаю? Классно. Здесь вот, нарисовано. Они позиции могут занимать. Очень круто сделано. И когда начинается игра, тогда они, короче, показывают, где они сейчас находятся. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Давай даже эту кнопку я нажму. Все, пока я пройдусь по телепортам. Все классно. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, как раз по таймингу, все идеально. Ты не сможешь, правильно называется? Или ты сможешь? Да, ты не сможешь. Ты не сможешь. А давай теперь проверим, сможем мы или не сможем. Берем дробовик в руки для того, чтобы счастливый дробовик. Нет, счастливая монтировка Фримена. Так, два стула берем. Ну что, покажи, на что ты способен. Так, пусть будет зал этот включен, мы будем через него смотреть. Кто где ходит. Включим мою любимую допиливание. Вот так вот, чтобы было ярче все. Слушаем. Так, он уже направляет в сторону нас, Боньки. Ты не можешь, да, резко возле нас появиться, только постепенно шагами. Да, прям сразу я не могу. В этом и есть крутость. Считерить не получится. Так, правильно, один чекает стекло. Слева и справа. Все, проходим. Чика появилась. Ребята, внимательно смотрим. Так, что у нас тут чисто? Так, четко. Так, может по этому режиму провести стрим? Просто мне управлять. А ты видишь вообще нас? Пришла. А, нет. Блин, надо как-то поставить мне тогда камеру, чтобы видеть, как вы тут ходите. Это будет круто. Стоит Чика, а ты же не можешь долго стоять. Надеюсь, да? Кто открыл дверь? Вы что, не видели, что она стоит? Так, мне интересно, сбросится режим или нет? Так, взял с собой профессионалов играть. Сразу видно. А кто открыл калитку? Вы не видели, не? Потому что нам нужны только профессионалы. Это было очень глупо. Так, смотрим. Что-то не работает, наверное. Все, ты нас убил. Нажимай еще раз ту кнопку. Да. You Сейчас. Can't. Потому что времени нет. Ничего нет. Окей. Так, если вы не знаете, давайте я буду лучше двери открывать, закрывать. А вы смотрите, как играют настоящие профессионалы. Берем счастливую монтировку Фримена. Отлично. Дубль 2, ребята. You can't моды продолжается. Только почему-то ничего не произошло. Так, какие-то странные штучки. Смотрите здесь. Это не ты здесь летаешь? Да не, никто здесь не летает. Я видел только что красные какие-то штуки летающие. Вот опять видел. Вот-вот. А что это? Это привидение? Это ты? И никто не летает. Не, это не я. Да ладно, а чё я тень твою не вижу тогда? Ну да. И времени нет. А ну понажимай кнопки, придут или нет? Потому что ничего не понятно. Мы запороли игру. Да вот, идут. Мы сломали Гаррис Мод. Идут? Идут, идут. Так, давайте проверим. Если я подойду, он убьет меня? Потому что если я один умру, продолжится по-любому этот режим. А нет, если ты увидишь, что ты через время это... Кстати, это очень странно, я просто прыгнул на контрол на него, и он меня не убил. Он меня на руках держит. Эй, чё за баг? Он меня не убил. Он ушел. А где он? А, это лазер, это когда РПГ светишь, тю. Ребята, если вы будете так меня делать странные вещи, я офигею, но я даже не догадался, что можно так делать. Блин, у меня времени нет, почему? Короче, знаешь, что надо сделать? Убить нас, правильно, закрыть двери. Так, никто не открывайте, енотка, я все сам буду делать. Вот так видно его.
Так, давайте с этой стороны. Этот хитрец может прийти. Нас Серега, знаешь, как дурил? Очень как? Красиво. Но он так, вот тактика у него была. Сначала с одной стороны прийти, потом еще раз с одной стороны прийти, потом с другой стороны, а потом с двух одновременно. И мы как-то велись на эту фишку. Не-не-не-не, я сейчас тебе сказал, и ты сейчас будешь это использовать. Не надо когда это делать. Так, Фокси стоит. Он руку поднял, Фокси бежит. Как я только за него подумал, я мысли читаю или что? Мне повезло. Смотрим. А кто там? А ты нажал на Фокси, да? Да, я нажал. Я, получается, твои мысли прочитал. Эх ты ж. Ну да, экстрасенс. Самоучка. Открывай калитку, не ссы, я так 100 раз делал. Внимательно слушайте, вот этот гром на улице с молнией, он сделает заблуждение. Можно прослушать, как они приходят. Феликс эти. Аниматроникс. Пришло. Закрывай калитейшн. Ждем. Такая тишина, все слушают. Так, смотри, какой стоит на нычку. Так, не может же он вечно стоять, правильно? Открывай, ушел. Так, у меня вопрос. У кого-то есть время слева вверху? У меня нету времени. У меня есть. А сколько время? 2 часа. А почему по тебе... А, ты опять нажал кнопку? Да. Блин, а время продолжается у тебя или нет? А все началось с 12 часов, мне написано. Все, а почему у меня время не светится? Наверное, потому что мы умираем. Так, дальше меня не пускают. Все, давайте внимательно играть. Очень внимательно. Фокси стоит. Никого нету. Молнии даже нету, все успокоилось. А Чика уже на меня глядит. На, попей. Тут Бонька стоит, стоит. Эх, калитка убила меня. Ой, не туда. Давайте ночной режим подрубим. У нас же есть ночной режим. Смотрите, как светло и красиво стало. Ну чё, где ты? Подлец. Они ходят там. Ходят там. Ходят, ходят, да? Бродят. Да из ночного режима у меня FPS просел. Угу. О, так сразу четко. Что-то поджирает. Бывают разные карты. Бывают от фонарика, а бывают от ночного режима. Ну, ярко очень. А если под зеленый подсветить? Да, тоже лагает. На. А закрывай. Ребята, давайте красиво играть. Стоит, стоит Бонька, вижу. Ждем, пока уйдет. А, он просто возле стены стоит, он нас не убьет так. Внимательно смотрим. Как-то мы на изично сливаемся. Блин, фокс. Вот не нажимай сейчас кнопку, давай просто проверим, можно дальше управлять аниматрониками или нет. Давайте можно. Давай для интереса. Нажимай. Сейчас Бонька. Да блин, это попросить. Странно, да? Да, могу еще. Почему я даже не подумал, что есть Фокси? А ты такой смотришь, мы его разглядываем, да вот по-любому втыкаю сейчас в другую сторону, на. Да ну... Что за бред? Все, ребята, ну что? Ну как? Все, давай, пробуй нас убить, сейчас ты не убьешь нас. Все. Ребята, давайте просто двери закрытыми держать. А, так этот подлец может нас убить, Голден Фредди. А, Серега еще делал так, что... Приходил аниматроник, а потом мы должны были угадать, он туда придет, а он сзади приходил. Потому что мы все в двери смотрели. Тут же есть Голден Фредди, да, вроде бы? Не знаю, да. Да, быстро смотри, знать. Так, так телефон не берется. Что там делать, интересно? Надо камеру тебе ставить, так будет интереснее, чтобы нужно было нас обманывать. Серега так делал. А, я вспомнил. Мы вообще вроде бы играли в оригинальный гейм-мод. Мне надо прям главное меню выбирать вместо сэндбокса. И только тогда там есть прикольные фишки. Успехов тебе, у нас двери все закрыты, и мы даже открывать их не будем. Мы просто тащим.
Да, ребята, согласитесь, так любой выиграет. О, стоит, стоит Фредди, я вижу. Игровые автоматы стоят. И Чика на очереди, он всех, короче, к нам тащит. С этой стороны никого нету. Так, дальше меня не пускают. Фокси бежит, не открывайте двери. Странно, почему звуков нет с этой карты. О, можно пройти. Странно, это очень все работает. О, музычка пошла. Ай-яй-яй. Что там? Закрыли двери, закрыли. Ну да, мы закрыли все двери, чтобы ты не мог нас убить. Может, у тебя появляется больше возможностей, когда шестая ночь? Хотя там же кнопки не изменятся. Опа, Бонька стоит. О, а что вы там делаете? Выходите. Какие я там стоят. Люблю Корисмо, что можно в нем делать что угодно. Все, открываем двери, давайте по красоте будем играть. Мы сможем. Я в нас верю. Все, двери открыты. Смоги нас... О, я вижу как раз... Смотрите, как можно красиво еще сделать обзор, угол обзора. Делайте большой на камере, и все видно. Вижу. Не смог. Почему я раньше не догадался? Гениальная идея. Смотрим дальше. Смотрим еще дальше. Вот я хитрец. Что ты уже хочешь, подготовить нам какую-то обманку? Да. Например? Запустись к вам, Фокси. Фокси, Фокси, Фокси пришел. Так что ты, перестань, у тебя сильно много возможностей. Псих? Да. Прекращай. Нет. Так. Камера работает. Да ну блин, ну! Все. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!